В Ивантеевское отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов все чаще поступают жалобы на содержание общего имущества. На днях председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Юлия Белихова, представители госжилинспекции и собственники квартир осмотрели жилой фонд. Ивантеевка – это первое муниципальное образование, куда мы выехали на проверку ОЗП комиссионно. И дальше будем выезжать, несмотря на то, что сегодня еще не разрешены выездные проверки. Главная задача ассоциации – защищать интересы жителей, помогать в решении проблем из-за бездействия или некачественной работы управляющих компаний. У старшего по дому номер 9 по улице Заводской Вячеслава Арямкина накопилось немало вопросов по работе управляющей компании «Светлый край», которая обслуживает половину жилищного фонда города, а это более 200 многоквартирных домов. Это в первую очередь нежелание новых управляющих компаний заключать договора в соответствии с последними редакциями закона «Жилищный кодекс». Там, значит, очень много дается права собственникам. Вот. А с учетом того, что, значит, нового заключенного договора нет, который бы снял множество вопросов. Ну, например, управляющая компания должна контролироваться, должна показывать, что она сделала, предъявлять соответствующие акты. На основе обращений жителей на недобросовестные управляющие компании, которые поступают на портал «Добродел», составляют перечень адресов, нуждающихся в ремонте. Ассоциация помогает собственникам жилья составлять заявления и тесно сотрудничает с госжилинспекцией, выявляя и пресекая нарушения в сфере ЖКХ. Ваши проверки, они обеспечены 100% проверки всех домов под подготовку. Стараемся в план включить где-то 70% всех домов. 70% мы стараемся обойти. Управляющие компании набрали очень много домов, и практически они не могут управлять ими. Они не могут обеспечить объем тех ремонтных предупредительных работ, которые они должны обеспечить. Сегодня в ассоциации активно работают три комиссии. По взаимодействию с управляющими компаниями, по программам капитального ремонта и ремонту подъездов, а также по благоустройству дворов. Около 20 председателей советов многоквартирных домов с помощью ассоциации подали свои проекты на ежегодную премию «Наше Подмосковье». В Ивантеевке очень активные жители. Действительно. И мы получили огромное количество обращений, которые касались качества управления многоквартирными домами. И вы знаете, на бумаге это одно, в СМС, да, через разные группы. А приехать и посмотреть своими глазами, как на самом деле управляет управляющая организация и управляет ли она квартирным домом, это совершенно другое. Если говорить про качество управления сегодня у муниципального образования администрации и то, как они сегодня выполняют свои обязанности, то это на высоком уровне. Сегодня одна из главных задач – подготовка жилищного фонда к отопительному сезону. Она должна быть завершена до 15 сентября. До этого коммунальщики устранят неисправности в инженерных системах, отремонтируют кровли и фасады, приведут в порядок подвалы и чердаки. Результаты проведенных работ занесут в паспорта готовности к работе в зимних условиях. А членам ассоциации и представителям госжилинспекции еще предстоит встретиться для совместной проверки 80 жилых домов Ивантеевки. Ольга Мариничева, Фарид Галиев, Анна Белова. Программа «День за днем».